В одном из жилых дворов Петрозаводска полностью сгорел автомобиль. Серьезный пожар в автомашине произошел накануне на улице Древлянка. В МЧС Карелии сообщили, что 7 человек и 2 единицы техники привлекались для тушения автомобиля. Возгорание удалось ликвидировать за 9 минут. Судя по комментариям в соцсетях, сгоревший автомобиль давно стоял открытым и привлекал подростков со всей округи. На этом беды жителей Древлянки не закончились. В этот же день мотоциклист устроил гонки с полицией. Байкер пытался уйти от погони по улице Хейконина по Вьюжному и Морозному проездам и даже скрывался в коттеджной застройке. Однако так и не смог уйти от вершителей правосудия.